Вы знаете, что 25 марта произошла огромная трагедия в городе Кемерово. Поэтому мы, как спасатели, как пожарные работники, которые ежедневно сталкиваемся с этими чрезвычайными ситуациями, никому так это недорого, и все это прекрасно понимают. И в честь траура, который объявлен сегодня у нас в России, хотелось бы минуты молчания почтить память тех, кто погиб в этой трагедии. Прошу флаги опустить флаги и почтить минутой молчания погибших в трагедии в Кемерово. Всем большое спасибо. В Раменске прошли зональные соревнования на Кубок государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпошспас». На стадионе «Сатурн» встретились команды из Раменского, Шатуры и Коломны. Возрастная категория какая у спортсменов? Тут, как правило, от 18 лет и до бесконечности. Что вы пожелаете сегодняшним участникам? Ну, конечно, пожелаем, чтобы соревнования прошли в интересной борьбе, ну, а чтобы сильнейший победил, вышел в финал. По установленным правилам зональные соревнования проводятся в 4 этапа. В этом году из Подмосковья было заявлено 13 команд, в том числе и команда раменских пожарных и спасателей, которые всегда поддерживают спортивную форму и показывают хорошие результаты. Наши игроки, ну, во-первых, занятия физкультурой и спорта – один из основных элементов подготовки и пожарных, и спасателей, и очень важный элемент профподготовки. А волейбол – игра такая, что коллективная игра, и коллектив выигрывает всегда. И наши, есть команда у нас, мы играем, будем стараться, будем биться. У нас сегодня сложная группа, Коломенский территориальное управление. В прошлом году были чемпионами Московской области. Сегодня состоялось две игры. По жеребьевке первыми встретились команды из Раменского и Шатуры. Абсолютными лидерами в прошлом году были спортсмены из Коломны. Выше среднего, но сегодня все надо доказывать снова. Опять повторюсь, что Коломна очень сильная команда. Прошлый год они были чемпионами, они выиграли у всех. Ну и что вы хотели пожелать всем участникам сегодняшних соревнований? Удачи, здоровья и хорошего настроения. Как бы ни сложилось, выиграли, проиграли, все равно мы все коллеги, все делаем одно общее дело. И поэтому все здесь коллеги, на площадке мы соперники, а в жизни мы коллеги, друзья. Хорошего настроения, здоровья всем. Спасибо, вам сухих рукавов. Спасибо. Финальная игра состоится 6 апреля. Желаем раменским пожарным и спасателям удачи. Антон Карташов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести».